Меня зовут Евгения, я с Украины, с города Харькова. Когда началась война, я жила в метро 2 недели с мамой, братом, с дочкой. Было очень страшно и холодно, мы начали болеть, поэтому я решила дочку вывести с Украины. Но моя мама и брат остались там сейчас, в Харькове. Всю свою жизнь я верила в Бога. Во время войны я действительно почувствовала Его руку, Его заботу, Его любовь ко мне. Он вывел меня с этого ада, вывел меня и мою дочку. Его милость была на нас, когда мы ехали с Украины. Он буквально закрывал нас от бомб и ракет. Всю нашу дорогу мы молились. Не было ни одного дня, когда наша надежда умирала. Не было такого. И самое главное, что он хранит мою маму и брата там, в Харькове. Там каждый день бомбы, но моя вера в этот момент, она укрепилась только. В этот момент я действительно поняла, в кого я верила всю свою жизнь. Это живой Бог. Я не просто так в Него верю. Он действительно единственный Господь Бог, который защитит, который достоин всей славы, который достоин того, чтобы я отдала Ему свою жизнь. Я отдаю Ему свою жизнь, но взамен Он мне дает мою жизнь, но она намного лучше. Я благодарна Богу за жизнь.